Штраф или жизнь. С приходом осени пешеходы все чаще становятся жертвами ДТП. А иногда и их причинами. Нередко сами граждане забывают или игнорируют ПДД. Переходят в неположенном месте, а в темное время суток отнекиваются от фликера. Госавтоинспекторы напоминают, нарушение правил дорожного движения пешеходам влечет наложение штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. А за пренебрежение световозвращающими элементами можно и вовсе поплатиться здоровьем или жизнью. Статистика, к слову, неутешительная. За 10 месяцев текущего года на дорогах города произошло 49 дорожно-транспортных происшествий, из них 20 с участием пешеходов. 7 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов произошло в темное время суток, и у всех пешеходов не было светозащищающих элементов. Фликеры позволяют заметить человека минимум за 150 метров, в то время как необозначенный пешеход виден всего за 30. Избежать наезда в такой ситуации практически невозможно.